Мы будем сейчас выстраивать ситуацию реализации идиомоторных рефлексов, которые связаны были с различного рода действиями, которые возникают. И это комплекс называется комплекс синхрогимнастики. Вы должны синхронизировать свое физическое состояние своего тела с своим психическим настроем. Вот в этом синхронизация. Значит, задача этого комплекса – приведи в порядок вашу опорно-двигательную систему и мозги одновременно. Вы этим занимаетесь, соответственно. Первое упражнение, простое, которое мы делаем, делаем ровно одну минуту это упражнение. Это хлёст руками. Руки расслаблены, и мы вот так вот хлещем. Минуту. Клещем, клещем. Даш, давай, не стесняйся. Вот. Руки плети. Хлопаем, хлопаем. При этом думайте, о чем хотите. Закончили. Ощущения. Закончили. А? Да, хорошо. Ощущения, а? Ощущения, как будто реально дружеское похлопывание. Дружеский похлопывание. Лучше, чем сам себя не похлопает никто. Еще ощущения какие? А? Это очень хорошее ощущение. Это очень хорошее ощущение. Да. Значит, на самом деле это упражнение второе. Я его специально сделал, потому что ветерок дует, и вы действительно здорово устали, а это упражнение снимет. А первое упражнение контрольное. Оно связано с лимоном. Я сказал вкус лимона. Вы сказали лимон, и у вас выделилась слюна во рту. Соответственно, а сейчас по этому же принципу вы поставьте руки перед собой расслабленно. Поставьте расслабленно руки перед собой. Можете, ноги тоже должны быть расслаблены, чтобы вам было удобно. Хотите глаза закрывайте, хотите не закрывайте. Теперь, ничего не делая, но и не мешая, вы в своей голове должны представить, что эти руки сами расходятся в сторону. Поехали. Не разводя их. Не разводя их, но и не препятствуя ничему. Представляем себе, что они расходятся в сторону. Если начнет качать, это хорошо. Не бойтесь, не упадете. Когда развел, назад руки сжимают? Не, ну можно совсем развел? Совсем, они у меня уже сзади, да. Можно вверх попробовать. Любой. Не на... Руки напряжены очень, надо свободные руки. Свободные. А тут ничего понимать не надо, ребят. Вы просто... Это работа вашего тела. Тут ничего... Тут мыслей вообще никаких нет. Это физиология, ничего тут другого. Я просто не могу ее расслабленно держать, потому что мы с ней вывели, поэтому... Ну ничего. Закончили. Ощущения. Руки устали. Руки устали. Еще.
GoPro верните. А? GoPro верните. В голове чего? Качать ничего. Качать ничего, нормально. Ну, качание, да, всегда. Да. Мне вот садистские стежки приходят все время, когда я это упражнение делаю. Да, да, да. Можно вспоминать все, что угодно. Вы думаете, о чем хотите. О чем хотите, о том и думайте. Можете даже и не думать ни о чем. Да, больше в деревне никто не живет. Как это? Прямо живо сейчас. Расслаблен, я все безмятежно. Понятно. Свободнее, не напрягайте руку, просто свободнее. Сами по себе. Руки сами по себе, только что. Вы вращаете. Пока грязно. Глаз ветка. Прилетела лето в глаз. Вот Саша, пидорас. Я ж не дам тебе. Я снимаю вообще-то Алексея Валерьевича на видео. Тут неправильно. Закончил. Ощущения? Закончили. Вообще никаких. Нет, есть. У каждого есть свое место. Значит, если вы заметили, когда мы с вами делали руками, плетали себя по плечам, это была ситуация приведения в порядок шейно-грудного отдела позвоночника. При этом вы работали своими руками. Естественно, когда мы вращали руками, да, мы вращали уже шейно-грудной отдел позвоночника. А теперь мы соединим эти вещи. Упражнение называется лыж. Значит, что вы делаете? Представили себе, что вы спускаетесь на лыжи с горки. Отталкиваете. Поднимаете руки вверх, бросаете их вниз, они уходят наверх. Вот так. Расслабленно уходят наверх. А тело как? Просто в прямом состоянии? Тело выстраиваете, как вам будет удобно. Но расслаблены. Но при этом, когда вы машете руками и руки уходят вверх, вы отрываете пятки. Вот так. Да пошло оно все. С отрывом пяток. Вот. Минута. А нет, когда руки уходят назад, они сами пятки поднимают. Да. Если все ноги оторвутся, ради бога. Взлетаем, катаемся, перекатываем. Надо поднять руки вверх сначала. Поднять руки вверх. Не надо поднимать пятки. И бросить руки вниз. И все. Все, что получается. Поднять. Нет. Просто поднять руки и выбросить. Вот заодно и научимся на лыжах кататься. Да, да, да. И на велосипеде тогда пойдем. Работаем. Минуту не кончим. Продолжаем. Все, ты со мной на. Закончил. Ощущения. Так, сейчас мне кто-то нужен будет в помощнике. Только придется снять капюшон. А что у тебя со штанами? У тебя там кровь какая-то? Да, это мелочь, старайтесь.
Так, это уже какое у нас упражнение? Четвертое. Да. Сейчас мы с вами научимся. Вот говорят, для того, чтобы привести все в порядок, надо сесть в удобное кресло, включить музыку хорошую. И чтобы эта музыка звучала, и мы расслабимся, и все хорошо. А мы с вами попали в ситуацию, где ни кресла, ни музыки, а есть вот такое желание, да. Вот. В связи с этим есть упражнение, которое позволяет достичь в неудобной позе достичь расслабления. Значит, что мы с вами делаем? Мы принимаем неудобную позу. Неудобная поза — это когда мы запрокидываем свой корпус назад. Вот чтобы вам стало неудобно. Запрокинули. Неудобно сейчас. Позвоночник. Чего там у вас? Неудобно. Стоим. Следующий вариант, что мы с вами делаем. Мы вращаем голову и делаем так, чтобы голове и шее стало комфортно. Голове и шее. Чтобы стало комфортно. Делаем. Делаем. Чего с головой и шеей? Глаз. Глаз, а с позвоночником? Глаз. Раз. Про позвоночник забыли, да? Закончили это делать. После этого мы опускаемся вниз. Сосредотачиваем свое внимание на пояснице. Сосредоточили. И на вдохе или выдохе опускаем тело вниз. И руки как плечи. Держимся там, да? Ну да, и в расслабленном состоянии повисли. Расслабляйся. Руки как плети там. Да. Как плети. Даша, это другое упражнение, оно очень хорошее. Нет, вот, руками. Вот. Какие ощущения у вас? Песочек с ботинок смахнуть. Закончить заодно. У вас? Я почему человека вызвал сюда? Для того, чтобы это контрольный вариант, чтобы вот почувствовать. Все, мы с последним упражнением. Вот, закончили. Поделись ощущениями. Погромче. Супер. Супер. Потом при опрокидывании назад я вот прям шатал. Раз, два, три, четыре. Поняли? Раз, два, три, четыре. Вернулись на прежнюю. С чего начали, к тому вернулись. Ногу вы выкручиваете в противоположную сторону, а корпус в обратную. Вот так. Да. А потом ногу меняете. Делайте с левой ноги, с правой, с левой. Начали. Но считайте, на четыре счета.